Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев, и вы снова на канале Boston Technic. Сегодня на обзоре роторный комбайн Торум. Торум 750. В идеальнейшем состоянии. 2016 года выпуска. С минимальной наработкой. 2669 моточасов. Повторюсь, без всяких капиталовложений. Полностью обслужен, все расходные материалы заменены. Готов полностью к эксплуатации. На наклонке нет рамки, может быть, вы заметили. Все здесь будет стоять. Сейчас просто берутся размеры с рамки. Поджатку переделывают. Поэтому к вашему приезду все будет установлено. Напомню, друзья, в нашей компании можно приобрести технику как в лизинг, так и кредит за наличный расчет и без НАУ. Возможен вариант обмена. Обратите внимание на состояние резины. Все в отличном состоянии. Вот здесь есть мелкие неприятности. Работает. Без нареканий. Гирс, ножи. Резина с этой стороны. В комплекте, друзья, жатка 9-метровая. Тоже в полном рабочем состоянии. Без каких-либо капиталовложений. Сейчас, друзья, поднимемся аккуратно только в кабину. Кабинка ухоженная, чистенькая. За комбайном следят. Большой на самом деле парк техники в хозяйстве. Ко всему относится с большим вниманием. Компьютер, все, друзья, работает. Друзья, найдем с вами вот количество моточасов. 2696 моточасов работы. Пульт управления, рулевая колонка. Все, друзья, в отличном рабочем состоянии. Так что, кто заинтересовался, звоните, пишите, обращайтесь. Будем с вами договариваться на более детальный осмотр. Приедете, все заведем, покажем, запустим, сделаем пропуск без проблем. Звоните, пишите. В наличии, кстати, несколько единиц. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.